Владимир Иванович в зеркало смотрится. Ночной визит, друзья. Еще один заход. Здорово. Как оно? Ничего. Да ничего, пойдет. Давай вынесу. Да я сам вынесу. Че, дай совет. Пойдем в Сбербанк. А. На второй заход. Угу. Дай совет. От Максима с Барнаула, Владимир Иванович. Тебе еще там подгонник. Сейчас посмотрим. Харчи отпер домой? Ага. Ну, руками прикрывать кто будет? Я, что ли? Ну, как она так будет гореть? Ты с Жориком, а? Жорик. Дружище, давай попозже, я приду тебя чем-нибудь подкормлю. А то я пока уже как бы все. На выход. Пока ничего нету. Ну пойдем, дядь Володь. Всем добра, друзья. Доброго времени суток. Идем в Сбербанк. Вторая серия от Максима с Барнаула. Черебас. Едем дальше. Жорик, сейчас я приду. Через часок смотри. И свист на тебя прибежишь. Я знаю, где у тебя бунгало, тем более. Ты понял? Жора. Жора. Ну что ты? Ты меня услышал, нет? Все, давай. Я приду тогда. Увидимся. Все верно, сюда и прибежишь. У деда сегодня фартовый день. Повезло, как положено. Ну что, вперед? Ага.